Итак, друзья, всем привет. Сегодня у нас 18 апреля. В лесополосе лежит снег. Я еду по нему. Погода у нас ветреная. Всю неделю дует очень сильный ветер. 22 метра в секунду. На улице невозможно находиться, потому что то ветер, то снег, то дождь, то град. В общем, неприятная такая холодная погода. Весна очень интересная, радуется осадкам. Это рожь озимая, там внизу тоже у нас рожь. Ячмень сейчас посмотрю, взошел, не взошел. На той неделе смотрел, вроде вылазил. Сейчас зайду в теплицу, чтобы ветер не так сильно задувал микрофон. И поговорю о нашей печке, которую мы сделали из 200-литровой бочки. И, собственно, этими печками отапливаем всю нашу теплицу. Заходим в теплицу и расскажу про печи, которые мы сделали лет 8 назад из 200-литровых бочек. Это самое простое решение для отопления этой теплицы. Если вы знаете какое-то еще проще, напишите, пожалуйста, в комментариях. С удовольствием почитаю. 200-литровая бочка советского образца. Обычная. Нашли ее в пункте приема металла. Она толстостенная. Можно, в принципе, взять обычную бочку, которая тонкостенная. Но мы делали из толстостенной, чтобы она не так быстро прогорала. Первые 5 метров сделали из стальной трубы, чтобы алюминиевая не сгорала, не плавилась. Потому что температура очень большая, когда нужно раскочегарить печь до нужной температуры, она поплавится. Также эти стойки у нас железные, причина понятная, чтобы не сгорели, ну и как бы не рухнула теплица и не был пожар. Печка очень простая, снизу у нас поддувало и сверху для загрузки дров. Здесь ничего нет необычного. У кого-то я видел печки, просто вырезана вот эта вот часть и закрывается листом железа, и в принципе она себя показывает тоже неплохо. У многих я видел вот эта труба, она поднята под сильным углом, чтобы как бы печь не дымила. Но я рассказывал в своих видео, что чтобы избавиться от дыма, нужно использовать горелку газовую, и тем самым задымления не будет. Также хочу рассказать о вот этом колене, как мы подсоединили трубу с печкой. Это сделали благодаря газовому баллону. Приварили две трубы и сделали, чтобы алюминиевая труба входила в эту чуть больше. Это самое простое решение. Не надо из кирпича выкладывать. Мы старались сделать просто и долговечно. Когда печка разогревается, трубы имеют ход. И вот это вот расстояние, оно как бы двигается. Здесь оно недвижимое, потому что трубы как бы друг друга вкручены. Солнце вышло, сразу жарко. Вкручены, и она толкает давление на ту часть трубы и вот на эту. Здесь мы сделали очень просто, то есть вот эта часть она ходит. Как соединить печь и трубу? Просто отрезали кусок трубы от алюминия, разрезали его вот так и, собственно, одели. Это самое простое решение, не надо ничего выдумывать. Здесь то же самое. Двух печек хватает, чтобы нагнать ночью температуру для прорастания арбузных семян. Мы особо и не топим, мы топим первые двое суток, а даже первые сутки мы вообще не топим, а вторые и третьи по ночам обязательно топим, потому что арбузу нужно тепло. Вот сейчас температура 31 градус, хотя сегодня пасмурная погода, но здесь ощущается тепло. И тепло за счет
внутреннего воздуха, внутренней кубатуры, которая здесь присутствует. Если теплица маленькая, то не так тепло, не так комфортно работать. Там постоянно нужно топить, топить и топить. Вот даже при таких не солнечных погодных условиях можно сделать так, чтобы в теплице было тепло. То есть теплица должна быть огроменная. Тогда, соответственно, она набирает тепло за счет солнца. Но опять же, если солнце есть. Хотя вот сегодня нету солнца, но здесь очень даже жарко. Начинать будем в этом году примерно через неделю, я думаю, по погоде, потому что погода у нас дурная. Ветер, снег, дождь, град. Особо сейчас ничего не делаем. Сейчас покажу, как всходит ячмень. Ну и как бы, собственно, постепенно начинаем работать. Если есть вопросы по печке, пишите комментарии, какие есть вопросы. Обязательно отвечу, с удовольствием почитаю. Если есть какие-то предложения, пишите тоже, обязательно прислушаюсь к вашему мнению. Ну и вообще расскажите, как вы отапливаете свою теплицу. Это очень интересно. Кто-то может газом, кто-то может пеллетными котлами. У нас все сделано просто, достаточно просто и, на мой взгляд, эффективно. А благодаря поликарбонату тепло сохраняется дольше, чем под пленочной теплицей. Многие никак не перейдут. Многие считают, что поликарбонат — это затратно, дорого, но если посчитать, сколько мы раньше дров использовали, то эти затраты окупаются. И то тепло, которое здесь сохраняется, здесь, конечно, небо и земля. Ну и плюс нету шума. Вот сейчас ветер, а здесь не так шумно, как в пленочной теплице. У нас раньше была здесь пленка, и любой порыв ветра постоянно сопровождался шумом. И это при работе не очень-то доставляло удовольствие. Сейчас вышло солнце, и здесь сразу же мгновенно становится жарко. Это все благодаря той кубатуре, которая здесь присутствует. По ячменю сейчас дойду, посмотрю, как он вылазит. Сейчас здесь нету ветра, спрятался. В общем, иду туда. Ячменю. Ячмень вылазит, вот так он выглядит. Сейчас сфотографирую. В общем, как-то так.